дорогие братья и сестры, замочили кудрезники, батюшкины горшочек засыпем. Пускай оно постоит. Здесь в храме были, но над этими мне нужно самое больше здесь потрудиться. У нас не было желтых этих храмов. Ну, нужно быть, закатить рукава сильно. Это нужно будет руками. Руками. А ризы и нельзя в машинку. Вот это все. Как мама меня учила. Давай, Валя, три. Вот все так. Знаете, мы ж росли как машинок стиральных же не было. Все в руках с колодца воду носишь. И воду носишь один тазик, другой, третий, четвертый. Мама еще пятый принесет. Я ж маленькая. Хочется все быстро. Раз. А куда? А ну возвращайся назад. И я уже... Ой, еще долго. А это же пять тазиков больших воды. Маленькому ребенку, сами знаете как. И мама заставляла все. Отдельно белые, отдельно цветное, все руками. Машинок не было, ну не только у нас. Машинок ни у кого не было. Все как-то руками. Сушили мыло. Ух ты. Да. Отстираем это все. Это ж, наверное, этим ризом уже, наверное, лет 10. И, наверное, столько же ж. Не были они. Для рис отбеливатель, пятновыводитель для любых тканей. Очень хорошее средство, чистый дом. Потому что, видите, если брать просто отбеливатель, очень опасно. Их брать вообще отбеливатель очень опасно. Но просто я так хочу, чтобы оно все было белоснежное, особенно белые ризы. Сегодня с Божьей помощью будем начинать уже красить притвор. И придем мыть люстры. Подкручивались мы люстры. Работы очень много. Приходите вместе с нами молиться, трудиться будем. Чтобы не только мы приходили молиться на воскресный день, а принимать и участие в этом Божьем храме. Вот уже здесь побелели. Здесь насколько чисто стало свет. Трапезный вот. Порядка у нас пока здесь нету, потому что ж ремонт в храме идет, это иконы с алтаря. А это все уже побелено у нас. Побелено, холодильники у нас вычищены. Очень благодарим женщин, которые приезжали даже совсем другого района, с Бердюжского района, трудиться в Галашманово в храм. Спасибо, Господи, вас. Чистенько, все светленько, это тоже все покрасили. Все покрасили, все поломывали, все посудка чистая, все аккуратненько, чашечки чистые. Все у нас уже чистота, порядок, как и полагается. Видите, какая чистота. Вы же помните, когда я вот это все открывала, дети, это все уже у нас чистота. Все чистенько, все вот аккуратно, все вымыто, холодильничек, все. Оно все тоже черное, все, оно все помытое, погладить. Потому что есть сырая риза, и, пожалуйста, придите, помогите. Ее уж нужно, вы же сами знаете, руками. Приглашаю вас всех сюда на послушание. Здесь можно трудиться и вечером после работы. Вот здесь будут проводиться занятия воскресной школы. Здесь тоже нужно все перемыть, перечистить. Эти иконочки, это мы все сняли с храма сверху. Но их нужно приходить вот аккуратненько по одному столу. Протерли каждую иконочку. Немножко аж расстроилась. Вот это эти грехи. Братья и сестры, хочу вам показать радость. Риза стирала целый день. Думала, конечно, не получится. Они и замоченные стояли 3 часа с утра. Вот смотрите теперь то, что я вам показывала. Смотрите, вот это. Смотрите. Я и руками терла его, и отстирывала. Смотрите, дорогие братья и сестры, вот это. Какая, мне аж не верится, это все отстиралось. Оно было такое черное, такое грязное, дорогие братья и сестры, что вообще это было просто нереально. Сестры, вот смотрите, сегодня такая погода у нас. Где-то было градусов 35, может и больше. Вот белые ризы же полностью сухие у нас. Буду гладить. Смотрите, какая красота, какая чистота. Везде, вот смотрите, ни пятнышка нигде.
братья и сестры, вообще, слава Богу, я так переживала. Я просто думала, что я не отстираю. У меня вот сегодня работа. Так что можете долго не стоять, не смотреть. Потому что приходите помочь. Там, ну, знаете, сколько еще в храме стирать? Приходите, для всех работы хватит.